АЧТС модель АЧТС Desire PB99200. Достаточно старая модель и замена гнезда зарядки на нем. Снимаем антенну. Далее заднюю панель. Крестообразные два шурупика. Сняли панель. Стегиваем шлейф экрана, тачскрина, основной шлейф отстегиваем, разъем антенны, кабель антенны снимаем, сняли плату, включаем термофен, снимаем гнездо. Температуру ставим порядка 350 градусов, можно 400. Поверх гнезда зарядки стоит еще защитный металлический экран, его тоже снимаем. Хорошо разогреваем. Добавляем флюс. Снимаем пинцетом. Снимаем гнездо. Залудим. Далее держак можно убирать, фен выключаем, новое гнездо, ставим новое гнездо, выравниваем.
Разъем можно сразу спаять. Добавим флюс. Берем припой и припаиваем ножки. Так просто. Ничего сложного нету в этом. Проверяем качество. Можно под микроскопом еще лучше это сделать. Собираем телефон. Застегиваем шлейф. Основной. Экран, тачскрин. Кнопки. Верхний модуль ставим на свое место. Антенну, верхнюю панель ставим. Антенный модуль. Закручиваем телефон, вставляем розетки, батареи нету от него. Таким образом меняется гнездо зарядки на ЧТС Desire PB99200. Батареи, к сожалению, у нас нету, чтобы проверить. Нам принесли телефон без батареи. Всем удачного дня. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.